11 июня российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам этого года без экзаменов. Таким образом, ученики 9 и 11 классов, желающие получить среднее профессиональное образование, смогут поступить в училища и колледжи по результатам конкурса аттестатов. Тверские школы уже начали выдавать заветные документы выпускникам. Из-за строгих ограничений в связи с пандемией в этом году мероприятие не удалось сделать торжественным. Проход строго по одному в сопровождении охраны, фото на память только в масках и перчатках. Вот суровая реальность окончания школы в эпоху коронавируса. Наши коллеги из Торжка, из телецентра «Беркут» подготовили репортаж о том, как прошло вручение аттестатов девятиклассникам в одной из местных школ. Утро понедельника, 15 июня. Нарядные выпускники заходят в учебное заведение по одному. Вручение аттестатов в девятых классах проходит в условиях взаимного дистанцирования в перчатках и масках. В такой необычной обстановке, ну, непривычно, что у всех девятиклассников такое выпускное, все организовано, праздники, все нарядные. Но у нас, к сожалению, в этом году вышло все иначе, но тем не менее это такой праздник для нас всех. Аттестаты выдавали всем выпускникам 9 класса на основе итоговых годовых оценок, потому что проведение ОГЭ отменили. В период пандемии коронавируса это вынужденная мера, говорят учителя. Сейчас главное сохранить здоровье детей. Сами выпускники по-разному восприняли эту новость. Кто-то хотел попробовать свои силы и таким образом подготовиться к ЕГЭ, который будет сдавать в 11 классе. А кто-то, наоборот, обрадовался такому решению. Очень порадовало меня и вообще всех людей, которые сдают в этом году, должны были сдавать в этом году экзамен. Я хочу пожелать своим одноклассникам хорошо, всем тем, кто идет в 10 класс, хорошо закончить 11 класс, сдать экзамены. На протяжении последней четверти дети проходили обучение дистанционно. Пообщаться лично не было никакой возможности. Выпускники скучали по учителям, ведь на протяжении стольких лет они всегда были рядом и помогали в любом вопросе. В знак благодарности выпускники подготовили небольшой концерт. Вы заставляете нас и вкладываете нам в голову знания. Мы вас очень сильно любим. Просто никогда не говорим об этом. В свете последних событий, рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации, школьный выпускной пройдет по онлайн-связи. Впрочем, сами дети уверены, что когда ограничительные меры будут сняты, они смогут встретиться и пообщаться друг с другом и со своими учителями в совершенно другой обстановке.